Всем привет! Прошлую рыбалку на леща я ловил на автоподсекатель. Сегодня покажу, как сделать ее меньшую версию, которая срабатывает даже на живцовой мелочи. Делать автоподсекатель буду родом из СССР, из куска жести, проволоки и пары болтов. На куске жести размечаю размеры будущего автоподсекателя. На бросах чертежа указан один к одному, на листочке от тетрадки в клеточку. При работе с болгаркой обязательно пользуюсь защитными очками и перчатками. Отрезаю детали по размерах. Автоподсекатель будет состоять из трех частей. Делаю я его первый раз, так что все размеры подбираю чисто на глаз. Финальный чертеж подсекателя будет в Инстаграме. Ссылка на него будет в описании. У электрода оббиваю флюс, зачищаю и на резине по центру деталей выбиваю небольшую канавку. И также у второй детали. Зажимаю деталь между двумя угольниками и выгибаю. И тут начались проблемы. Не надо было сверлить заранее отверстие, что привело к несоосности отверстий. Делаю деталь заново. Делаю загибы по 5 мм в виде ласточкиного хвоста. На бруске 20 мм уравняю эту часть подсекателя. Вторую часть подсекателя загибаю сначала пассатижами, а потом на листке металла 4 мм выравниваю. На первой детали отступаю 1 см и делаю пропил глубиной 5 мм. Сверлом на 8 ставлю по центру и делаю прогиб до упора. Сверлю отверстие сверлом 1,5 и 4 мм. В канцелярском магазине купил такую прищепку. Она будет крепить автоподсекатель к удилищу. С
сверлю отверстие. В конце сверла на 10 мм пропилил небольшой паз, зажимаю шуруповер наоборот. Миллиметровую нержавеющую проволоку зажимаю между брусками и произвожу намотку пружины на растяжение. Загибаю концы проволоки, чтобы они были на одном уровне. Размечаю отверстие для крепления, регулировки чувствительности подсекателя. Обезжирю детали, приготовлю к покраске. Нанесу белый грунт на детали. Грунт высох, произвожу покраску на воде. Выждал полчасика, наношу лак несколько слоев. Заклепками в 4 мм креплю эту прищепку на подсекатель. Ну и финальная сборка. Закручиваю самоконтрящуюся гайкой. Пробойником выбью два резиновых кружка в 16 мм и сверлю в них отверстие.
Автоподсекатель крепится на отделище возле катушки. Открываю дужку у катушки и немного даю слабину. Нить или леску завожу между резиновыми шайбами. Подсекатель готов к работе. Ребята, буду рад почитать и ответить на ваши комментарии про этот подсекатель. Есть ли ему место на рыбалке или нет? А если видео было полезным и понравилось, поддержи лайком и подпиской, чтобы не пропустить новые самоделки для рыбалки. Спасибо за просмотр. До скорой встречи.